малыша. В каждом важное значение. Месяц ясный, шум полей, и смех деньги, и спасение, и основа жизни всей. В русских избах и палатах распевали голоса: кто здоровый, тот богатый. Где здоровье, там краса. Сквозь столетия нитью красной сохранились, сбереглись здравость, здравие и здравствуй. С ними сила, с ними жизнь. Здорово, Крыма! Здоровенькие! Как делаете? Обретем, милые. Упрядите на здоровье. Здорово, Крыма! Здоровенькие! Что вы делаете? А милая заболела. Заболела, полечите. Обычные вопросы. Как подольше не болеть? Как здоровым быть в морозы? Как сонливость одолеть? Где энергии набраться? Чем зевоту заменить? Как веселым оставаться и ни разу не хандрить? Говорить мы можем долго, интереснее наблюдать. Протираем парты, полки, свежий воздух, благодать. А теперь поем с любовью каждый кустик и цветок. Чистота — залог здоровья и энергии залог. Если в классе вы сидите и учиться нету сил, каждый грамотный учитель тут же скажет: перерыв. Поморгали, улыбнулись, напряжение сняли с глаз, дружно встали, потянулись и присели 8 раз. Мы капусту режем, режем, мы капусту трем, трем, мы капусту солим, солим, мы капусту жмем, жмем. Это пальчик дедушка, это пальчик бабушка, это пальчик папа, это пальчик мама, это пальчик я, вот и вся моя семья. Дима шел, земляничку нашел, а какая вкусная земляничка русская. Раз фигура, два фигура, ну-ка, кто это у нас? Это жаждет физкультуру самый шумный первый класс. Руки выше, ноги шире, 3 прискока веселей. Нет, ребята, в целом мире первоклашек здоровей. Хорошо в начальной школе. Светлый зал, просторный двор. Скачем, пляшем на просторе. Мы команда «Метеор». Вы устали? Подышите. Дышим глубже. А сейчас наш ответственный учитель объявляет классный час. Объясняет по порядку, как спланировать свой день, как начать его с зарядки, как прогнать из жизни лень. Почему ни дня без спорта? Что такое воля, честь? Почему поменьше торта и побольше фруктов есть? Почему огромный минус в игры сутками играть? И зачем в коронавирус важно маску надевать? Как вы думаете, что такое здоровье? Амина, пожалуйста. Правильное питание, пожалуйста. Кирилл, дышать свежим воздухом. Хороший сон. Коля, пожалуйста, не пить, не пить, курить, не курить, ничего не употреблять. Ничего не употреблять, пожалуйста. Нельзя вредное есть, нельзя пить вредное. Что значит нельзя есть вредное, нельзя пить вредное? Это, к примеру, чипсы, там, сухарики. Чипсы, сухарики, вредную пищу, да? Ребята, к нам на классный час пришла медсестра школы Светлана Анатольевна. Она сейчас вам расскажет о том, что же нужно соблюдать, чтобы всегда быть здоровым. После тренинга такого вывод будет очень прост. Тело делаем здоровым, чистим уши, руки, нос. А сегодня на уроке сочинение у нас. Я пишу в тетрадке строки. В нашей школе,
Как-то раз мы сразились в эстафете, получили в ней заряд. Вот и фото есть в планшете. Мама, папа, я и брат. Несмотря на пандемию, наше лето удалось. Мы с друзьями объявили День здоровья велокросс. Я 2 года тренируюсь. Я люблю борьбу и ринг. Я с друзьями соревнуюсь, побеждаю часто их. Я учусь пока что в школе, вот окончу и в футбол. В школьном лагере на поле я забил красивый гол. Для хорошего здоровья эти средства хороши. Но еще одно условие – состояние души. Мы мечтаем, мы танцуем, мы смеемся, мы творим, шутим, красками рисуем, о прекрасном говорим. В мелких лужах ищем реки, тянем солнышко за нить. Потому что в человеке все должно прекрасным быть. И подтянутое тело, и не слабый организм, и слова его, и дело, и здоровый оптимизм. Мудрость русская нас учит, век за веком, молвит нам. Чтобы свеж был как огурчик и как яблочко румян, относись к себе с любовью, будь с рассудком заодно. Береги свое здоровье, лучше золото оно. Это значимое слово игнорировать нельзя, потому что...